Те, Я кто... потерял этот автомобиль большой. Пошли, я тебя подвезу, так у меня две звезды, конечно. А, подожди, я на своем велике спускаюсь. Остальное. Ой, стой! Вы на той же сессии? Да. Да. Я тебя пригласил. Я понял. Ну, ты там можешь нажать это, присоединиться к друзьям и все, в принципе. Всем привет, дорогие друзья! Вы на игровом канале Железное Сердце, с вами Лорд Вуду. Да что там? О, я дверь заднюю потерял, у меня теперь большой багажник. Надо подкасты, короче, начинать писать, чтобы... Да, двери... подкасты, я до этого писал, но только ВКонтакте размещал, но это немножко не то. Больше все-таки YouTube смотрят, видимо. Я вот эту машинку продам, мне она не нужна. Лично я никогда вообще ВКонтакте не сидел. Не верю в ВКонтакте просто. Я люблю Одноклассников. Просто. Не привыкший к этой сети. Просто родители не зарегистрировали ВКонтакте. А мне не надо, чтобы мне кто-то зарегистрировал, спасибо. Я сам могу, если что. Я, короче, продаю вот этот драндулет. Кстати, вот твоя машина. Дорогая? Так это ж я ее пригнал сюда. Да ну где же вы? Я от полиции ушел. То есть вот это... Ну а че я так врезался? Вот эта размоченная машина, это вот это большой джип. Угу. Я сейчас один загоню, сейчас и другой загоню тогда. Опа. Я не знаю, идите меня ловите, я сейчас приду. Че ты? Сейчас придет, как я понял. Все, починил. У меня машин нету. Место под машину, точнее. Так, где мой... Нагнал себе хлама. Я нагнал себе хлама. А где мой велосипед? Чё за фигня? Он висит на стенке в конце. Нету. Значит, не привезли еще. А чё так долго? Еще один купить? Вот не расторопный. Я на запас, короче, буду потом покупать по велосипеду. Блин, да разориться можно с этими покупками велосипедов. BMX, говоришь, надо, да, покупать? Ну, чтобы прыгать. Пум-пум. Купил. Продано. Ура. Ждем. Андрей, приедь за мной. Это мне лень пешком бежать. Хотя я уже близко. Давай, сейчас приеду. Ну, спортивная серия. Чего тут? Я бегаю. Ну, только никто это не видит. Ну, наверное, слышно, что я нажимаю на крестик. Да. О, я выдохся. О! Так, где ты? Бегу. Слева, справа, слева, вижу. Справа. Или слева? Приди. Слева. С дома. Так, слева. Чуть не сбил. Давай, садись. Да, давай. Погоди, стой. Да стой. Да что так? Как тебе Наталья? Спортсмен, понравилось бегать? Да садись же. Где там Артур-то? Так, где там, ты говорил, еще один джип разбитый? Да он уже уехал. Уехал? Как он мог так? Ждем велосипед теперь, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай в гараж быстрее, мне сейчас... Это кто? Полиция, что ли? Нет. Велик, где мой велик? Вот он висит. Висит, маленький такой. Поехали на пляж. Сейчас я тоже выйду, сейчас мы здесь попадем. Вон у тебя машины тут две одинаковых. Сейчас скажу, хоть одинаковых. Раз, два одинаковых. Два, три одинаковых. Три одинаковых машины. Ну это про запас, а вдруг я одну потеряю, называется. Я же их не покупал, как говорится. Загнал в гараж, да поставил. Загнал, чтобы было, да? Чтоб красиво, чтоб гараж не оказался пустым. Ну то было раньше пусто, одна стояла все. У меня самая первая машина. Сейчас скажу, какая была. Вот на которой ты сейчас едешь, вот эта оранжевая, помнишь? Да фига мне позвонить теперь своего гаража. Так, а как прыгать на велосипеде? На раскачиваться? L1. На L1 или на R1?
Так. Ордена R1. Ага, прыгает. Ну, на едем к мосту. Сейчас я тоже на берег выйду. Давай будет спортивный. Так, ну да можно, конечно, ух ты, елки, не получилось. Можно, конечно, попробовать на гору Челиад заехать на велик. Только я пытался со всех сторон, но не мог заехать. Нет, это катапультироваться надо я. Ну ты катапультироваться, вот на машине. Только если вот я вытащу свой... Стой, тетя. А, кстати, смотри, прикол, смотри на эту. Сейчас, Яна. Стой! Я через машину сейчас прыгну. Маленькую, правда. Смотри, прикол. Смотри, блин. Ну куда ты уехал? Теперь я хотел перепрыгнуть. Стой! Вау! Вау! Обезьяна, может. На байке. Смотри, смотри, ты видел? Нет, не видел. Блин. Раз камера была отвернута. Это... Оба, смотри. Блин, задавило. Ты... Кто тебя задавил? Отомщу. Машина. Как-то неудачно приземлился. Я твою кровь немножко забрал, ты не против? Твой велик передавили. Блин, ты где? Если я тебя сейчас врежу с велика, ну, колесом, если я подпрыгну. Так, ты где? Я поехал за... Там мой велик остался? Да. Надо его подобрать же. О, вижу свой велик. Так, я вышел. Йо! Красиво. Как обычно, в своем репертуаре. Ну, видел, какая красная полоса? Да, если ты пригнулся... А, я тебя задел? Да задела. Главное, ты пригнулся, я перепрыгнул тебя. У меня велик стоит, ждет меня. О, видишь твою машину впереди? Ага. Блин, не получилось. Так, прыжок. Блин. Смотри, 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 смотри. Где? Где? О, машина, давай через нее перепрыгнем. Где она? На встречке. Та, которая стоит? Угу. Блин. Смотри, блин, я стоял на машине. Ладно, поехали в парк. А, поехали. Ой, не в парк. Там, где акула была, да? Да-да-да, там этот. О, давай вот сюда поднимемся, на лифте, на велик. А можно на лифте подняться? Давай. Только не говорите мне, что вы уже на Челиаде. Ага, мы уже съехали два раза. Серьезно? Регулярно этим занимаемся. А что эта машина-то не спускается? Где тут машина вообще? Давайте. Мы, короче, мы еле-еле загнали велосипеды. Мы, короче, взяли Титан. Что тут? Кто туда загнали? Мы тут... Мы, короче, были... Взяли Титан. Наехали... Открыли как-то дверь Титана заднюю. Мы заехали туда на велосипедах, я повел. На Титана? Андрей спрыгнул первый раз, погиб. До апреля еще далеко. Долгое приключение, я понял. Ехать и перепрыгнуть эти большие кусты. Почему-то я не могу на телеке к этому лифту. Ой, да кто меня сбил? Я не знал. Так, Ник, говорите мне его, я его по EP вычистил. Я всех, короче, сегодня на... За мой гол назначили деньги, давай, Андрей, убивай меня быстрее. Пока Дима этого не сделал, давай. Да мне не нужно 3 тысячи, у меня самого 19 тысяч. Да он не попадает ни один раз, это блин. Да что-то не так. Уже сейчас перезаряжать буду. Сейчас приеду, знаешь, целый арабу. Мы едем, все едем на великах, короче, на пляже. Да, от полиции особенно, я сейчас далеко уеду. Походу. Артём помнит, как мы сегодня на велике, или вчера на велике прикачивали. Когда мы на велике прикачивали? Сегодня же. Если я правильно помню. Где? Куда? Кто? Не, вчера вроде, вчера. Без меня не уезжайте, давайте, ну ждите, вон, Егор. Да, алло. Алло, привет. Артурчик? О, привет. Что случилось? Здорово, ты что, GTA играем? Давай заходи. Нахера себе, у меня новый ник так-то. Чё так?
Я персонажа поменял, пароль забыл, как лох. Это ваша машина, слышь? Блин. Вот это, Андрей, вот это. Что, тебя забанили, что ли? Всех наверх. Вот это машина, Андрей. Тупо выходил из аккаунта, выходил. И жопка. ПСН аккаунт, в смысле? Да? Ну да, да. Обидно, досадно, ну ладно. А что обидно? Так-то один и тот же уровень остался, можно сказать. Подвигаемся пока что. Упал. Запрыгивал, запрыгивал. Сейчас разгонюсь, погоди. Я, получается, наверх ездил. Давай я буду ехать на тебя, а ты на меня. Так, подожди. Только ты должен пораньше прыгнуть. Пошла, Андрей. Да я хотел тебя это, в кузов запрыгнуть. Давай, давай. Отъехал меня, ты потом спокойно отъехал. Мам, давай туда. Ты чё вы так далеко? Я уже не знаю где. Да мы возле дома, почему? Но мы даже не двинулись с места. Я тут обратно еду. Не умею я, короче, прыгать на велике. Подожди, вот сюда. Да я даже сам туда не могу, знаешь, влезть, так сказать. Да я, эх, зараза. Обезьяна. Ну все, короче, я вам написал, если что, мой ник. Сейчас тоже зайду. Блин, опять я упал на спину. Сейчас. Ой, я как сижу, Артём. Сейчас я тебя... Давайте хотя бы потренируемся, как бы попрыгать. Ну, как бы заехать и съехать, спрыгнуть, слететь. Давайте нас попробуем. Надо все перечислить, что можно с великой. Сейчас я свой велик подберу, там он помятый, наверное, уже давным-давно. У меня... О, блин, мой велик валяется под полицейской машиной. А, мой такой же. А не, мой стоит почему-то и смотрит на всех. Да я ты лучше реально. Давайте, поехали, куда? Так. Кстати, вы не дали мою шляпку? Моя шляпка какая вам? Нормально, да? Артурчик, у тебя это, велик есть? Да, да. Да, 800 стоит. Да, есть. Ну, отлично. Сейчас будем на гору поедем. Долго надо, ходить, блин, да меня опять застрелили. Блин, подумаешь, да, хотел на полицейскую тачку запрыгнуть. Я, кстати, запрыгнул, мне звезды дали. Да, велик еще. Я вас сейчас собью на велик, если вы мне первее не пристрелите. Оба! Блин, я через... Ой, блин, все. Еще полиция пришла. Меня поймали. И, наверное, сейчас арестуют. Я сейчас перепрыгну через... Давай! Нужно попробовать перепрыгнуть через две машины на байке, как это будет выглядеть. Оооо, короче, вообще-то только что ничего не зададил. Да управление какое-то не очень удобно на этом. Я еще жив, я уже мертв. А ты еще жив. О, 100 баксов из кого-то высыпали, круто. Давай, сейчас меня высыпали с около 100, 200-300 баксов, наверное. Короче, берем на заметку, не прыгать на полицейские машины. Это будет одна из заметок. Одна из тысячных. О, теперь снова бегать за великом. 3 километра. Почему этому механику нельзя позвать? Но эти полицейские реально давили, они сами едут, обносуются еще и. Вот смотри, вот чувак там что-то дробовиком чуть не врезал. Еще они, блин. Ой, 2 звезды дали. За что? Это мой велик, Дима! Это мой велик! Я знаю. Ладно, давай я пойду. Машину. Блин! Да не офигели! Дамаш, поверь, купишь мне новый. Капанутый, блин, копы. Ну почему мне надо вот это? Ничего не делать. Да что ты, машину, уйди от машины. Короче. У меня нет звезд все равно. У меня почему-то велик не подбирается. Оба-на. Меня убили. Да что такое? Я стою просто, передо мной все пали. Мы кланяемся в ноги просто, не понял. Ай. Ну теперь бегать за великом. 3 километра. Чё? 300 метров. Чё? 3 метра. О, смотри. Сейчас темнеет уже, а мы все тут. Чё, мне брать велик, да? Ага, велик бери. Поедем на гору. Ща, на какую? Всю ночь будем ехать. На самую-то высокую чинку. На Челяд, что ли? Да.
Ну вот все говорят, что я предлагаю сначала поехать на пляж, тогда не умеем доехать. Блин, я чтоб велосипед мог снять, не на машину так найдет. Возвращение. Все, короче, я уже здесь все выезжал. Ну, выезжаю. Ну, если что, едь на пляж, короче, где песчаная. Да, он живет тут же. Мы все тут живем, в одном доме. Тут же, я тут за 4. Я нет, у меня, короче, я не богатый, у меня дом за 20 чем-то тысяч, и шучу, блин. За 100 чем-то тысяч. Короче, обкуренный. А что тут это, здесь открыто какая-то, блин? Все, мне поехали, кажется, я поехал. За Димой поехал. За Димой всегда опасно ехать, но это стоит. Да, слышите, я скажите кто-то ваши ники, чтобы я знал, кого отличать, кого убивать. Всех, блин. Я. Они убивают Windows 19, Antidote 43. Adidas, короче. Да, Adidas. Они убивают Adidas, Windows 19 и EG-000. Это у вас короче, если что, я, короче, такой монстр в деловом костюме на байке. Да, если что, я весь это мы тебя видим, да? Шапка как... Малиновый пиджак. Вечерование игрока. Смотрим Windows в кл. И кто тут второй? Адидас. Ну, если видишь Антидот, то это тот же Адидас. Антидот. Все, короче, вы у меня почти все посвящусь, кроме Гиндоса. Гиндос один. Беленький. Смотрите, трюк так, оба. Блин. Че, поехали? Ну вот, поехали, все, на великах едем на Челябинск. Поехали сначала на пляж. Где пляж? На пляж. Все, я поехал, я не знаю, куда я поехал. Какую сторону? Все готовы. Да, да, вот вот реально, вот нормально, я тоже хотел, да, чтобы друзья, давайте, чтобы отметим. Блин, да. Ну что ты прыгаешь? Он сам прыгает. Я готов, едем. На пляж. Так, и что-то все в разные стороны поехали. Я еду на пляж. Подождите! Я поеду, я не знаю. А меня сбили. Полиция сбила. Подождите, все, я еду с вами. Поехали. Ага, сбили меня. Убили? Сбили. Ну, сбили, я видел, как сбил. Какой добежал, Андрей, поехали. Все, поехали. Все, поехали. Поставлю метку на. О, смотри, давай, гонки, догоняй. Короче, до пляжа у нас гонка, смотрите, я сейчас объеду Антидота, если. Нет, не объеду. Это же Антидот, это невозможно. Сейчас выдохнемся и упадем. Да, у меня выносливость. На пляж что-то мы рано выехали, мягко говоря. Поздной ночью. Поздно, научу! Артурчик, я догоняй! Смотри, видишь, вблизи машина черная. Кто меня стреляет? Угадай. Вот стреляйте вот этого черного пацана, короче. Он очень. А потом это будет месть. В войне при том. О, я тебя обогнал! Ну, спорим упадешь. Не надо, я не хочу спорить. Спасибо. Блин, ну как я попросил, кидал в него стрелял. Да ёлка, что-то лагерь. Или куда едете, блин? Дима, слушай, сейчас это будет на пляж. Я буду со снайперки сносить. Да я вижу, в другую сторону едете. Да я реально, блин, это реально было... А там будет этот магазинчик оружейный, а то у меня патроны. Все равно я тебе сейчас буду... Я с списка нигде. А нет, возле меня вот здесь. Кто меня обгонит, тот получит пулю. Ну и что, зато сейчас ты получишь пулю, и кто будет за тебя ехать, тебя сразу будут убивать. Ну если конечно, где мой велик? А, Андрей. Где мой велик? А, Дима, ты же на моем велике. Где мой велик? Не, я на самом. А ты на каком? Я сейчас отомщу, Диме, и я его выгоню со своего велика. Все у меня мой велик. Никто. Никто не. Нет. Оба. На голову приземлился. Вот, сдох. Неудачно. Где мой велик? Офигеть, короче. Да. Ой, я нашел вот эту штуку. Для... Вот видишь, я тебя выгнал со своего велика. И где мой велик? Ой, я со своего велика, мне показывают, что это как бы мой велик, он здесь находится. А я еду на своем. Я вот. Это что велик. Было? Мой велик вон там где-то валяется. А твой велик, я сейчас на твоем велике еду. Неудачно, я это Артём, мой велик у меня. У меня показывается, когда я с него слезаю. Что это как бы он здесь находится, как бы рядом. А, мой велик вот тут валяется! А мой исчез? Он тут валяется, кто-то его туда... Падает. Я так и знал. А, смотри-ка, значит... Ну что, Артурчик, готов? Трюком. А почему мы вообще едем на... Ну объясните мне, почему мы вообще едем на пляж? Какой толк? Вертолет, наверное, будем вызывать? У меня вообще ноль, блин, этого...
Патрон 0 почти. Кстати, у меня тоже патронов нету, кстати. Надо было, блин, на удар в бошку я упал. Я не знаю, как он тебе... Можно прикольные трюки делать. Слышь, Андрюк, даже не попал ни разу. Папа, можешь не врать. У меня поехал в амуницию. Так, а тут не будет по пути? Давай трюки, может, поделаем, потом поедем. Не убиваем, Дим, давай, все, хватит. Давайте убивать, если левых только. В принципе, я могу тебя убить, ну, в принципе, у меня тоже дробовик на готове. Ну, в принципе, у меня тоже дробовик на готове. Ну, если что, ну, куда вы поехали, Андрей? Ладно, я беру. Мы сейчас патрончиков купим быстро. Да. Мы пока тут потынкачим. А, ну, сколько денег сейчас? Добраться приедете на пляж, чуваки? Богатый сейчас или нет? Не, вообще не, я и богатым и не был. Я прохожу одну вышку, а не тогда у меня было дофига денег, но сейчас хоть новый персонаж, но тоже денег немножко есть. А, кстати, я себя полностью татуированным сделал, Андрей. А, купола сделал на спину? А купола я не нашел вообще. Так, все, мы приехали. Все пропало. Дим, а круто, знаешь, что тут какие-то купины не ставят? Эй, стой, ты на месте, ты чё, какой... Да, знаешь, какое мне место больше нравится? Вот это вот, видишь? Все, так, подожди, подожди, попал. Не вижу. Даже не с оружием бежит. Не вижу. Ай, фак, тебе в нос. Вот это вот мне. Парашют может купить сразу. Я все время покупаю. Кстати, на всякий случай надо купить, потому что если мы пойдем на гору потом, то чё бы. Смотри, у меня стерефомка есть. И клюшка есть. А, Артём. Ну, фига себе. И, дубин, и дубинка на всякий случай. А я её сердавил. А у тебя... Ну, этот хоббит. Да? 5000 Артём. Ой, а чё? А хоббит это тоже наш. Сейчас, погоди. Сейчас ему надо скайп, чтоб он дал. Это настоящий пик. Опаситесь его, потому что это... Подбери меня, Дим, подбери меня, пожалуйста. Подожди, мне машину надо взять. Ну, когда возьмем, подберешь меня. Хорошо, я еду к пляжу. Hey, it's Ron from TBI here. Some assholes are still trying to mess with what's ours. Help us out by fighting them off. You know where to look. Please. Я его убил, я только что вышел из угла, я стрелял его. Прям добряк. Смотри, теперь он потом он тебя подкараулит. И вперёд у тебя по полной там. И за IP будешь. Ну это тоже. Так что делаем, на пляже или на чат? Велики надо подобрать опять. Где-то эти велики. А, какие велики, я не знаю, где мои велики. Я уже взял машину опять. Я, короче, беру большую машину, чтобы вы ко мне запрыгнули. Биг Мэн. Да, бери 4-местную или 6-местную лучше. Ага, бери наш лимузин, Дим, помнишь? Мы купили же сегодня. Да. Ой, бери, бери. Там оба, а как мне повезло-то. Круто, да? Давай, подбирайте. Блин, садись на крышу, пацанчик. А сейчас я сяду, подожди. Да куда вы уехали-то? Во, я вижу свой велик. Прямо, 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 чуть-чуть. Садись прямо на капот. Да везите меня, дядя мужчина. Молодец, Андрей. Какой-то чувак едет, чтобы вас убить. Да он сейчас сам убьёт. Это то есть ты, да? Давай садись. Нет, это не я же у вас отмечен. Садись быстрее, блин, там война у этих будет. Где твой... Вот где-то тут валяется. Прямо тут. Я приехал, я не знаю, сейчас кого-то задавлю. Вот он, спасал меня. Задавил кого-то. Вижу. Все, я взял свой велик. Очень далеко. Близко, 300 метров. Он на ментовской... Стрелял чувака я. Давайте, чуваки, час, можно кого-то машину? Егор, можно с тебе... Да ходи ты этого убиваешь. Он, блин, что-то... Я не буду пользоваться как Андрей выходом. Ты где поставил мет? Никого нет. Я на пляж типа поехал. Что за жесткий чувак? Это... А, нет, это мы ловили кого-то там. А, вот. Награды. Что такое? Меня убил Фарец, а все остальные не знают кто. Я вообще. Да хорошо, хорошо. Иди отсюда. Подберите меня, пожалуйста. Дим, подбери меня, пожалуйста, Дим. Не я за рулем. Боже мой. Да я еду сейчас за вами. Сейчас всех подберем. Куда вы, на пляж едете? Ну, чуваки, подберите меня, пожалуйста. Вот рядом с вами я тебя чувствую безопасно все же. А тут мне кажется, человек может идти с бешеной скоростью просто сдавить и приехать. А, это
наши! Это наши! О-о-о! Это наши, чувак, только тебе и с нашими тоже не светит. Садись. Садись. Так, все. Я сзади, давай, кто мать? Андрей, можешь приходить и убить их. Как боссы мафии, знаешь, такого хуя. Все, они уже в заложниках, да, у меня бензин. Давайте, езжайте. Кто там впереди? Целимся. Притормозите тот, кто впереди нами. Не надо притормаживать. Это мой друг, не с... Я вас не вижу вообще, где вы там находитесь. Мой велик! Мы сзади тебя, чувак. Видишь, ты длинный. Слышь, чувак, куда? А я в карете. Все. Лимузи сидят. Слышь, садись, давай. А велик? Да фиг с великом, ты садись. Он не садится, он на велик хочет. Давайте лимузином попробуем подняться на чильду. Это будет жесть. Все, куда едем? На чильду. Давайте на чильду. Давайте потусим, пока не пляжу, пока не наступит утро. Утро, я... На пляжу встретить Кроссвейт. Кроссвейт. Вот этот лимузин жестко, неповоротливый, короче, мы сегодня... Не, лучше на горе встречать Роусвейт. Ничего с ним, помнишь, Дим? Ну, мы там ночь пробудем, да. Че, тогда едем на Челяб? Давайте на гидроциклы сядем там, не знаю, покатаемся, катера какие-то заказываем. Мы же все-таки гангста. Да? А я спортзал, сути. Остановите, тут я должен все маски купить. Немножко вперед, немножко вперед. Я понял. А ты куда вышел? Ты что так? Я мостик делал, я гимнаст. Остановите. Он это, в своем репетуаре. А темно что-то. Он все время выходит на ходу. Да, он реально. Километр отметки. Это корона и пишка. Я сегодня буду каким-то уродом. Помись. А я сегодня буду макакой. О. Чё, какие маски были? Стоите, знаете, у меня оружие так, вся как это, избитая такая, с фингалами. Не, лучше это спрятать под маской, конечно. Выкиси его. Смотрите, на Андрея. Это не я, это он, это Артём, всё. Я нищий. А я бомж с двумя лямами, блин, пиздец. Тот за рулем, тому конец. Я сейчас. Артём. Давай, я отойду еще, помогу тебе. Не, я не прикольно. Когда мы ехали, все, вам не петь. Блин, расстреляли прям. Жесткие, а? Ну и музыка у тебя в машине. Мы уходим, они уже без колеса. А кто здесь сказал, что без колеса? Потому что я пробил колесо. Чего, лохы? Знаете? Ладно, купи, дайте мне машину. Блин, радио. Все, я поехал. До свидания. Блин. А куда мы едем? Я не знаю, куда мы скажем. Давайте на чьи-то сговорим. Будьте, брат. Мы туда никогда не доберемся. Так же, как я до тату салона, чтобы... О, какая машина у этого куриша! Смотри-ка. Вот это жесть. Прям сел, а? Подходите ко мне, короче, подъезжайте сюда ко мне. Дима, выкинь, короче, какой-то чувак сел там в машину, и мы не знаем, кто это такой, выкинь его, пожалуйста. Подождем. В грязи типа тут. Да убейте вы меня, пожалуйста, а? За что? Я просто в этот пучков-то прицелил. О, молодцы, ментяры, уважаю вас. Ты грязный немножко стал. Немножко. О, кто у меня? Зачем? За что? Что такое? Надо потестировать. Вайна, а ты тоже его убил. Ты убил Гандоса. Имя Гандос. Хоббит. Друг дружку мы не бьем просто так. Да, ради причины. Тем более, когда полиция рядом. А не я полиция, убил... полиция. Так, ну чё, где наши велики? Мы поедем на голову? Да не могу я тебя убивать, ты тебя не убивал. Это что за мутники? Всё, пошли. Эй, ну чё ты не стреляешь? Не, ну видели? Потому что я же гандос. Мне можно. Так, я вам сейчас приглашение на гоночку пришлю. Ладно, давай. А чё за намёки, а? Это чё за... Что, на танчиках бомбиться? Да. Игра детства, пацаны. А еще давайте, короче, поставим это. Как их называют-то? Базу. Кирпичи, базу защищать его. А ты поздал 15 минут, Андрей. Чуваки, ну давайте нормально. 10, там либо 10 убийств, но я по умолчанию, короче, сделал. Я вообще не понимаю, что мы делаем.
Мы просто бессмысленно друг друга убиваем. Это... Да потому что делать нечего, вот и убиваем. Так, я же говорю, на чинду! Или чинду, или в тюряге 5 минут продержимся, и чё. Ну, в тюряге мы продержимся, наверное, завтра. Так пошёл ты, слышь? Я так и знал, что это будет. А ну, то. Где вы вообще? Где вообще? Падла, я почему-то отцы. Далеко от пляжа получил. Где ты, Андрей? Меня убил хоббит. Да, я тебя, ты меня убил, парень. Хоббит? С чего ты взяли только хоббит? Потому что у него ник такой. Хоббит. А ты... Чё ты, у меня ник нормальный. Сейчас, подожди, сейчас придумаем, чё ник. Я всё могу делать. Всё. Артурчик съел огурчик. Слышь, Андрюх, давай иди отсюда, давай до свидания, блин. Ай-яй-яй, больно. Я вам отвечаю, подписывайся. А ты чё на меня такой борзый, а? Обитяра, блин. Упоротые. Слышь, сюда иди. Мне выкинуло, что ли, я не поняла? Да ты просто не успел зайти. Ха-ха-ха, хоббит. Да, вот так вот, фашист, понял? Типа, фашист. Что, блядь, поливили? Да полобей, это вам за Украину, да? Как мне за всех, я только Андрея и Хоббита убил. Ну, не за всех. Да, за твоих. Иди сюда, слышь. Это кто мне взад стреляет еще? Взад стреляет чем? Холостыми, да? Ай-яй-яй, больно. Андрюха, иди сюда, красав. Ах ты, вперед, падла. Полежать решил на бочку. Ты ел. У меня вообще дымится он уже. Артурчик. Я ненавижу. Падла. Вы знаете, кто танчик вообще падла, подловили. О, стойте, не трогайте Диму, Дима мой, он его пищит. Андрей, ты где? Ой, я тут это, паркуром занял. Блин, я не знаю, я не могу подключиться к вам, чтобы... Тоже присоединиться к шашлыку, у меня выкинуло что-то. Андрей, давай. Это было жестоко. Я подъехал. Это кто меня со стороны снайпер танковский, блин? Слышь, малой, сюда пиздец. Если сам себя убью. Я стритрейсер, пацанчики на танке. Пацанчики на танке. Стоп, два машина, надо. Две рали новые, две рали. О, видели, видели, как я их надо, да? Пацаны. Я спрятался. Я на самом деле застрял, но об этом же никто не знает. Блин, мой Андрюх, это просто ап. Дима, птица переполнена, да или нет? Мы на миссии. Дима! Какой миссии? Пригласили бы хоть меня, вот что ли? Да, приглашали всех. Да. Почему ты... я не видели? Хоть сказали бы. Я не видели. Ну как не видели? Мы висели еще долго обсуждали. Опа, да, да. Хоббит. Ну как я же... Контуженный, не контуженный. Да, это я еще говорил, что за намеки. Потому что реально так... классные намеки были. А я-то... Слышь, танкист, сюда иди. Да нифига. У меня подъехал. Андрюха, тебя ждёт вот это там. Фигачит по полной. Ой, блин, тише, чуваки, пожалуйста. Не разговаривайте. Эй, ну блин. А. Блин, как я могу сделать что так, чтобы это было? Не слышать? Это... Заходишь в игроки и подключаешь себе микрофон. Ага, Андрюха, обойдёшься. Пригласите меня хоть там. Когда вы закончите эту грёбаную задание? Да. Я понял, это как? Башни это я ему убил, слышь? А пошел ты. Четыре тушки. Конечно, все за сороковника, я там маленький такой. Блин, что за сороковник, да? Сорок лет. Да-да-да. Ну вот сразу, да, 50% больше РП. Ай. Неужели вам лень было, что Артём не присоединился? Вроде мы говорили. Да. Вроде кто-то из вас вообще. У него там пиво есть. Андрей, опа, это кто у меня сейчас? Понятно. Понятно. А что ты не ты танк?
когда вы закончите? А когда вы закончите? 10 убийств или 15 минут? 10 убийств. Заново, потом нажмете заново и меня пригласите, хорошо? Да, да пойдем уже на челяда. Какого лешего? Не в этой жизни называется. Пока я тут паркуром немножко займусь. Куда ты бежишь, девочка? Нет, я не могу. У кого джойстик на столе вибрирует? А вот где твой? Ой, я сейчас умру. Артурчик. Оп, ты чусара. О, кого я убил? Блин! Почему я его убил? По что? Я не сразу, пацаны. Артурчик. Пирожковчик. Сдохни, падла. Сдохни, я впервые сдохну. Я и тебя, ты меня. Кто это только что дробил? Нет, я тебя убил. Да ладно. А, это второго убил. Хоббит добил. Нас сейчас убьют. Артурчик нас победит. Да, 8-6, кстати. Да. О, шестерочка. Знаете, почему он вас победит? Да кто ко мне в упор подъехал, Андрей? Либо вот вы, если бы вы были Артурчиком, вы бы выиграли. Но... Знаете, такой прикол, Артур пойми, кстати, наш Артур, да? Вот я вас пойму. Артур, Пирожков. Кур, только кур! Как некрасиво. Артур Пирожков. Артур Пирожков. Знаем такого, да. Да, был такой. Да, прикольно. Слышь, алло. Чё? Охни уже. Нет, нужно было не так, нужно было сказать, слышь, малыш, типа, чё, стой, пожалуйста, ты вот такой стоит, не бивай. Да, 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 вот. Теперь всё. Теперь ты свободен. Вот это было. Ты ж Дим. Ты всё та же. Смотри-ка. Нет, убийство осталось, пацаны. Не надо нас убивать. Сделай их потом, чтобы вы... Потом попали. Мы их... Все, короче, мочим его, чтобы не было на первом месте. Да, они все одинаковые, я не знаю. Он убивает. Он сейчас выиграет. Да пошли, я вообще застрял на холмике на маленьком. Что я выиграл, пацаны? Я дал ему выиграть. Я финишер. А у Славки сколько убийств? А сколько нужно? 6 косых, нифига себе. Нет, 2 дали. Есть 4. Нифига себе, 100 РП. Фига, ну фига у тебя рожа. Рота. Энергичный. Вы сами вы рожа, там чики-пуки были. Опа, все, так нормально. Лайк. Днище. Все, идем свободный, короче. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Лорд Вуд на игровом канале Железное Сердце. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про комментарии под видео. До новых встреч.